В Оренбурге до 22 января будет действовать режим повышенной готовности. Дело в том, что в регионе в этот период ожидают сильные морозы, а значит, возрастает возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в период подготовки и празднования крещения. 19 января в храмах и на купелях соберется множество жителей областного центра. Чиновникам и службам даны поручения организовать оперативное взаимодействие по обмену информацией о погодных условиях и своевременное оповещение руководителей предприятий и организаций об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, обеспечить готовность подвижных пунктов обогрева. Руководителям учреждений, предприятий и организаций рекомендовано принять необходимые меры по недопущению нарушений условий жизнеобеспечения населения, исключению аварийных ситуаций на объектах, нарушения работы транспорта, обрывов линий электропередачи и связи, а также проверить работоспособность резервных источников питания на объектах ЖКХ и социально значимых объектах.